Ну, ребят, можно так сказать. Некоторые типы могут нравиться, некоторые могут не понравиться, так же, как и мне. Так я... Итак, здравствуйте, детям. Привет. Я посмотрю. Красивое местечко, да? А, итак, дети. Сегодня я вам объясняю новую тему. Алло, здрасте. Ай, ты привет. Ну, как жизнь? Как люди? Извините, сейчас приду. Ой, ты пока, у меня ж класс. Ой. А, так, здравствуйте, дети. Сегодня я вам объясняю новую тему. Наконец-то мы закончили. Вы самые тупые дети на свете. Мы закончили с вами учить эту тему. Мы закончили ее учить, дети. Итак, новая тема. Понятно? Пофиг, что непонятно далее. Понятно? А ты почему уроки не взял? Почему вы все такие тупые? Самый тупой класс вообще во всей школе. Да что в школе? Так, ребята, сегодня тема русский язык. А, наша история. Вот телефон. Телефон состоит из телефона. Сзади телефона белая штука. На белой штуке черная штука. Еще там есть камера. Вот. Это мой новый телефончик. Вот тут вот есть кнопочка включения. А вот тут вот звук. А вот сюда вот, ребятки, вот. Итак, кстати, здрасте. Сегодня у нас контрольная. Мы пишем контрольную. Надеюсь, что вы... Можно ноги на стол положить? Спасибо. А можно списать? Круто. Дети, здрасте, знаете, вам делайте сборник, страница 59, номер 581, а я побежала. Скоро буду. А дети, вы сделали? Вам непонятно, вы что, тупые совсем? Не зря я вас называла самым тупым классом в параллели. Ну, до свидания. Так, ребятки, я думаю, что вам понравилось это видео. И надеюсь, что ни в коем случае не поставите дизлайк, не...